тюрьма Кресты. А вот здесь переход на Петропавловскую крепость. Пошли. Тут еще, как говорится, стоит лед. Такой вот деревянный мост. Конструкции, видите, какие. И отсюда сразу видна стрелка Васильевского острова. Ну вот мы находимся на территории Петропавловской крепости, пока еще не зашли в нее. Я просто еще хочу вам показать вот эту панораму, как все это выглядит. Конечно, сейчас не весна, как таковая, когда вот листочки на деревьях, еще довольно холодно, температура где-то минус. Но это вы узнаете, Зимний дворец. На той стороне Невы. Интересное название ресторана. Корешка. Зимний дворец с видом из кафе Корешка. Значит, вот, ребята, мы находимся в этом корешке, в кафе или ресторане, можно назвать его. И вот такое фирменное блюдо, корешка, но вот в таком пергаментном бумаге жареная корешка. Так как ресторан называется Корешка, то и корешка жареная. Чай. Чай на свечке, чтобы подогрето было всегда. Так, и так, смотрите, как интересно играет солнце на этих объектах. Куча машин там по мосту двигается. И вот рядом Зимний дворец. Спускаясь к берегу Невы, лед. Здесь стоит лед. Все хорошо видно, в плане того, что солнце светит ярко. Thank you.
она очень крепкая. Да. Еще попробуем, да? Пробило 2 часа. Погода была плохая.
Петропавловская крепость.
царское место.
Просто одежду. И сколько там денежек лежит? Все мимо кидают, да? Не кидай чего, такой маленький такой памятный пальчик. Да? Метро Горьковское. Ну вот, пожалуй, и побывали мы в Петропавловской крепости, друзья. Кто не был, посмотрите еще раз. Я здесь ни разу не был, честно говоря, в Петропавловской крепости. Друзья, иду на место пребывания. Вот такой сегодня день. Пока, пока, до следующего ролика.